не уверена, что это правильная информация, но не красно-черного показывает. Покажи им козлика и весь наш разговор вчерашний. Пусть они послушают и свое мнение скажут. Да, посидел, послушал. Он говорит, что козлик искренний, но он тупой. Когда они перевернулись, у них то, что мозги, и то, что не мозги, местами поменялось. Тогда пусть расскажет свою версию того, о чем рассказал Козлик. Сатир. Он говорит, что он говорил правду из того, как он эту правду Да, помнит и пусть понимает. они расскажут свою историю. Их тогда еще не было. Информация об этом им не прописывалась. Но Они они позже могут. были сделаны, а Да. не вторая версия. Вот пусть они найдут информацию, из козлика считают и расскажут. Первая версия Тора какая была, вторая, почему произошли изменения и почему сейчас такая третья. И что происходит в третьей версии Тора. Он говорит, отсрочка, программа, разрушение. Какая-то программа на саморазрушение, даже не на разрушение, а на саморазрушение заложена. Да. Где и зачем она нужна? Не знаю для тебя. Да, надо узнать. У них ты не злись на них, у них Я не злюсь. этой памяти нету. Так надо найти, мы вместе еще. У меня тоже нет этой памяти. Но я был в первой версии Тора, я был во второй версии Тора связанный. Пусть они расскажут, как это было. Ты всегда был. Кто меня связал с другим во второй версии Тора и зачем? Они посмотрят. Да, пусть Они смотрят. узнают. Зачем произошло разделение? Почему произошел переворот? Они после переворота произошли. Да. И кто стал воевать после переворота? Первой версии Тора. Кто с кем и почему я один держал Тора, и еще два других воевали. Они как юниты, как армия того, кто их создал, были как пехотинцы. Кого он еще создал? Кроме них. Перепрограммировал многих. Они могут снять, отменить это перепрограммирование. У них нет воли Бога. У меня есть моя воля, они исполнители. Да, могут. Вот пусть делают моей волей и своими руками. По Да. возможности. Это не срочно. Как вот само получится, так пусть и делают. Да, могут. Они это хотели услышать, могут ли они твоей волей оперировать дальше. Для отмены перепрограммирования второго, да. Да. Пусть действует. Где третий? Вверху. С ним сейчас все в порядке, он активен, самостоятельно. Думает, что да. А на самом деле 35% мощности.
Или не работает, или работает, этого я не поняла. Вижу, что третья часть, как Тора, третья часть повреждена, так и у него третья часть повреждена. Тантал на сколько восстановился? 68. Он сам сможет дальше восстановиться? Да. Хорошо. В срединном мире Кон, где сейчас главный? А тот, кого мы восстановили? Он Почему? не главный кон, он какой-то сектор держал. Хорошо. А тот внизу, нижний мир, кон главный. Белый. Да. Есть. Ну, я его недавно вытащил. Он в каком состоянии? Только стал черным. Он сейчас самостоятельно? Да. А где он? Почему я его не замечаю? Растекся лужицей. Идет переформатирование в том образе, в котором он был зафиксирован. Невозможно отстроить настройки какие-то. Его отношения с красно-черным какие были? Враг. Хорошо. Уберите все, что мешает. И уберите то, что сделали его черным. Помогите ему от моего имени. Как само идет по возможности. Понятно? Да. Сознание нестабильное. Да, вот созданию помочь надо. Я вытащил его структуру, как я увидел, как коряга из вулкана. Что это? Что я вытащил? Посмотрите. Стержень Бога. Вот, а то, что в лужице, это что? Сознание Бога. Вот теперь нужно соединить, правильно? Правильно. Подсоединяйте и помогайте ему восстанавливаться. Если что-то от меня нужно, скажите Моне. Хорошо. Ко мне еще какие-то вопросы есть, замечания, желания? Со временем. Да, то же самое. Спасибо. Давайте дружить. Странно. Готова служить, ты говоришь, дружить. На некотором уровне это одно и то же. Помощь друг другу. Мы все части одного целого. Рука служит голове, и голова служит руке. Это нужно было услышать. Так что давайте служить, дружить. Я поняла, почему они постоянно дублируют и переспрашивают. У них же нет договоров, никаких контрактов с тобой. Поэтому они наводящим вопросом, чтобы ты ответил четко, чтобы это было зафиксировано, Да, как твоя воля. да. Обычная позиция джина. Четко сформулировать, да. Потому что если были раньше контракты, они по этим контрактам, по договорам работали. А сейчас этого ничего нет, и поэтому они фиксируют. Да, Вот. четкая воля. Тяжело им без контрактов, но я их всех. И вот им сложно, они ко мне 2 дня задолбили с этими контрактами. Такими талмудами. Достаточно перерыв.